это один из самых красивых турецких актеров. Его имя уже известно всему миру. Родился Бурак Ашевит 24 декабря 1984 года в Стамбуле. После окончания средней школы поступил в университет Мармара на отделение фотографического мастерства факультета изобразительного искусства, поскольку еще с детства у него проявлялся талант к рисованию. Интересная внешность, высокий рост под 184 сантиметра, статная фигура позволили молодому человеку пойти в модельный бизнес, где его ожидала достаточно успешная карьера. 2003 год для Бурака Ашевита стал очень успешным. Стильный брюнет занял второе место на конкурсе «Лучшая модель мира», победил в конкурсе моделей мужчин «Лучшая модель Турции». Но молодому человеку всегда хотелось сниматься в кино, и он решил получить художественное образование. Параллельно с модельной карьерой Бурак окончил факультет изящных искусств Мармарского университета в Стамбуле. Тем временем Бурак Ашевит был достаточно популярной моделью в Турции, сотрудничал с многочисленными европейскими брендами и был востребованным на модельном рынке. Но лишь с 2006 года перспективного молодого человека заметили турецкие кинематографисты, пригласив его на небольшую роль в фильм «-18». Роль была незначительная, но работа Бурака запомнилась, и через год ему предложили сняться в остросюжетном триллере «Зараженный», а чуть позже в сериале «Муж по принуждению». На протяжении 2008-2009 годов на экраны выходит следующий сериал «Семейный дом» с Бураком Ашевитом в главной роли. В 2010 году Бурак снова приглашен на главную роль в остросюжетный сериал «Предательство». Через год Бурак Ашевит снимается в сериале «Маленькие тайны Стамбула», где рассказывается об истории состоятельных семей и их детях, золотой молодежи. Казалось бы, актер востребован, карьера состоялась, но что-то не хватало для полного раскрытия таланта Бурака Ашевита. И вот в 2011 году фортуна снова повернулась к актеру. Бураку поступает предложение сняться в одной из самых известных теленовел, посвященной Османской империи, в «Великолепном веке» в роли бесстрашного и храброго османского военного, командира османского войска, Малкачоглу Бальдея. Данный персонаж так блестяще был исполнен актером, что полюбился миллионам зрителей в разных странах, а Бурак Ашевит стал многонациональным любимцем, завоевав миллионные армии поклонниц. Перед его прямым взглядом с приятным прищуром и красивыми благородными усами не смогла устоять ни одна поклонница сериала «Великолепный век». В 2013 году Бурак был приглашен на третью экранизацию знаменитого романа турецкого писателя Ришата Нури Гюнтекина «Королек», «Птичка певчая» на роль красавца Кямрана. В роли Фериде снялась молодая и перспективная турецкая актриса Фахри Эвджен. Бурак очень любит играть в футбол, красивые автомобили, владеет английским языком. В 2014 году он открыл свой собственный ресторан «Балибей» в Стамбуле. Несмотря на то, что Бурак Ашевит обладает чертовски привлекательной внешностью, несмотря на армию поклонниц и почитателей его безграничного таланта и обаяния, молодой турецкий актер и модель еще не женат. Но у него серьезные отношения с турецкой моделью Джилан Чапа, которые в последнее время стали осложняться. Одной их причин является очень насыщенный график съемок актера, а также ревность его подруги Джилан. Не так давно Бурак Ашевит основал свою продюсерскую компанию, где на роль в своем первом фильме решил пригласить мисс Турцию 2014 Амини Гюше. Но позже выяснилось, что произошли изменения, и главная роль, скорее всего, достанется Фахри Эвджен. Бурак и Фахри вновь сыграют влюбленных. Ходят слухи, что между актерами зародились романтические отношения. Романтические отношения, зародившиеся на съемочной площадке сериала «Королек», «Птичка певчая», в которых актеры сыграли главные роли Фериде и Камрана, долгое время были основным предметом обсуждения как многочисленных поклонников обоих молодых людей, так и на страницах желтой прессы. Бурак и Фахри поначалу скрывали свои нежные чувства друг к другу, прикрываясь только лишь рабочими отношениями. Понемногу правда о романе между ними вышла наружу, да и сами влюбленные перестали выдавать себя за чужих людей. На гала-церемонию, посвященную выходу в турецкий прокат художественного фильма «Любовь похожа на тебя», главный мачо турецкого кино Бурак Ашевит и красавицы Фахри Эвджен явились рука об руку. Пара выглядела абсолютно счастливой, влюбленные не сводили друг с друга сияющих глаз.
Сейчас Бурак снимается в новом сериале «Черная любовь».